Первая выставка названа «Опора для моей души». Здесь представлены вышитые гладью копии икон. Автор экспозиции, известная в мастеровых кругах Сарова Елена Блохина, занимается вышивкой уже давно. Неоднократно ее работы выставлялись на различных площадках, в том числе и в молодежном библиотечно-информационном центре. Вот такой тематики у нас еще не было. И то, что эти работы выполнены с большим мастерством, и то, что они просто наглядно свидетельствует о ее высоком художественном вкусе. Это, конечно, видно невооруженным глазом. Среди работ Елены Блохиной – копии икон «Спас нерукотворный», «Троица», «Казанская Божья Матерь», изображение архангела Гавриила, Ильи Пророка и Серафима Саровского. Она это делает профессионально и с большим-большим, конечно, с большой-большой душой. И сама она даже сама говорит, что я всю душу вкладываю в эти работы. Соседствует с вышитыми копиями икон другая выставка. Ее автор Николай Мочалин предпочитает работать в анималистическом жанре. Эта экспозиция больше адресована детям. В данной выставке именно изображены животные дети. То есть вот родители, дети, такие очень трогательные ситуации изображены. И вот сами такие картины, прям вот такие мимимишные, которые будут интересны именно детишкам. Обе выставки будут открыты до конца лета. Посетить их можно в часы работы молодежного библиотечно-информационного центра. Без возрастных ограничений. Екатерина Опенова, Константин Островский, Владимир Лисик, служба новостей Саров 24.